Героям, о которых пойдет речь в следующем сюжете, есть что вспомнить из своей молодости. Бесконечные концерты и фестивали, выступления на больших и малых сценах. А уж как их любили, да и любят местные жители, об этом говорить не стоит. Ансамбль «Русияне» на закате лета снова готовится к концерту. Головокружительные поездки и путешествия на фестивале остались в прошлом. Но раз в году есть веский повод, чтобы вновь собраться всем вместе и увидеть своих давних поклонников и любителей той музыки, которая для современного поколения сейчас лишь отголосок прошлого. А для участников ансамбля «Русияне» это целый жизненный этап. В том-то и дело, что люди не могут быть вместе длительное время, если они не друзья, если их не объединяет что-то общее. У нас это музыка. Все, хорошо. Этим все сказано. Дружба с музыкой длится вот уже 42 года. За это время жизнь каждого участника резко изменилась. Появилась профессия, выросли дети, да и внуки уже подрастают. Но самое печальное, что за 4 десятка лет из состава коллектива навсегда ушли близкие коллеги и друзья. Но благодаря инициативным товарищам «Русияне» продолжают ежегодные встречи с публикой. Готовятся с полной серьезностью. Все-таки встречи бывают только раз в году. Публику мы порадуем как песнями, которые мы пели 30 лет назад, так и новыми песнями. Потому что за те 42 года, которые существует наш ансамбль, кстати, мы образовались чуть позже, и ансамбль «Песняры», который в этом году юбилей, который справляет 45 лет, можно сказать, что наше направление, это мы взяли именно от творчества ансамбль «Песняры», ну и потом от таких уже наших ансамблей челябинских, как «Ариэль», то есть вот такое народное направление. Второй день рождения «Русияне» отметят на открытой площадке. Как всегда, местом встречи станет сцена в центре племзавода «Арженка». 15 августа в 19:00 все желающие смогут стать зрителями и участниками музыкального концерта. Этот концерт уже становится традиционным. Августовские встречи «Русиян» со своими слушателями. Мы после концерта очень набираем большой кино и видео и фотоматериал. После этого монтируем фильмы и клипы, размещаем в сети интернет. Я, значит, убедительно прошу поучаствовать в этом мероприятии всех жителей племзавода «Арженка», города Рассказово. Приходите со своими телефонами, флешки, камерами, фотоаппаратами и фотографируйте себя, веселитесь и присылайте нам материал по нашу электронную почту. В конечном итоге мы выпустим фильм, третий фильм. Вы там увидите с удовольствием самих себя, вот, послушайте наши песни и возьмете себе, значит, в фильмотеку этот сюжет. Организаторы и музыканты надеются увидеть своих единомышленников. Вечер музыки должен пройти на приятной волне. Исполнители подарят слушателям песни для души и ностальгию о прошлом. Сам себя считаю городским. Юлия Хлыстова, Елена Шаталова, Степан Тикаленко. Новости ТВ Рассказово.